Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту StockTrader. Это долларовый, скажем так, майнинг. И минимальный вход сюда 1 доллар. Так, значит, у меня сейчас скорость 3 КХС, я сюда закинула сначала 1 доллар, потом 2 вывела, и опять я закинула. В общем, я наращиваю скорость, ребят. Значит, сейчас на данный момент у меня 3 КХС, и доход в день у меня выходит 9 центов. И вот у меня уже вчера набежал 1 доллар, и хочу вывести вот этот доллар и опять закинуть этот доллар же сюда. Так, и у меня уже будет доход 10 центов в сутки, в день. Значит, прежде чем вывести, нажимаю сбор. Я собрала. Теперь перейдем на Perfect Money. Как видим, у меня долларовый счет по нулям. Я вообще с Perfect Money, скажем так, не дружу. Просто в том плане, что мне лучше, удобнее Payeer. Но надо когда-то начинать. Значит, нажимаю вывод. И ввожу сумму. Просто без всяких запятых, без нулей. Просто как бы полное число. Введите сумму. Вывод средств. Нажимаем один раз. Отправить. Успех. Запрос успешно отправлен. Замечательно. Возвращаемся в личный кабинет. Ну и здесь не забываем читать, что нам пишут. Если скорость не будет пополнена в течение 1,5 месяца, аккаунт блокируется автоматически. Повышение скорости обязательно при каждом выводе денег. При получении любой прибыли, даже реферальной, 40% оставляете себе, а 60% снова пополняете скорость. В противном случае ваш аккаунт будет заблокирован без возврата денег навсегда. И строго запрещается делать мультиаккаунты. Проект работает, платит. Мне проект нравится. Я поставлю сейчас на паузу. Подожду доллар, когда мне придет как бы на баланс мой. Здесь вот он должен обнулиться. И мне от этого доллара как бы ни холодно, ни жарко, хотя бы чтобы поднакопить денег, чтобы себе оставить и опять закидывать. Хочется вот скорость поднарастить. Так, ну что, ставлю на паузу и после продолжу. Так, ну что, прошло минуты 2-3. Перезагружаю страничку. Денежка мне поступила на кошелек. Значит, баланс мой обнулился. Переходим на Perfect. Вот доллар 70 стал у меня. Так. И я возвращаюсь опять в личный кабинет и нажимаю пополнить. Я их обратно же и закину. Ввожу сумму. Опять доллар у меня. Нажимаю оплатить. Перебрасывает на платежную систему. Создать платеж. Ввожу капчу 0199, вроде так. Просмотреть платеж. Так, подтверждение. Продолжить. Так, личный кабинет. И все. Ого. Вот, у меня теперь, смотрите, доход в день. Вот у меня скорость 4 КХС стала. И я в день буду получать теперь 12 центов. И вот так буду выводить, опять заводить, чтобы хотя бы сумма приличная была, чтобы можно было по себе оставить. Кому интересно, присоединяемся. Есть скайп-чат, можете стучаться ко мне. Ссылочку на свой скайп я оставлю под видео. Пишите свой логин в проекте. Я вас заведу в чат. Есть гостевой чат. Еще. Вот. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Продолжение будет следовать. До новых встреч.